все, что указано было в обращении, каждый вопрос был детально рассмотрен, причем персонально, вместе с главным врачом и отдельно, нашим экономическим управлением, нашим кадровым управлением. У нас появилась публикация с расчетными листами, и что заработная плата у нас составляет там не даже те, которые обещаны, там, а она намного меньше, там 25, по-моему, там, тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Так, да? Да, там. Вот, 18, 25, неважно. А кто вам и что объясняет, почему такая заработная плата? Давайте. Не заработали. И все, это один момент. Один момент. Не выполнили планы по ОМС и прочее. Не заработали. У меня сразу еще там, да, встречный вопрос от руководителя. Вы скажите, у кого 20 тысяч рублей там, или 25 тысяч рублей, это была полная ставка, это все дни, которые у вас положены, вы все дни проработали, правильно? Я старшая медсестра. Я могу принести сейчас все расчетные свои листы. Я работаю на ставку как старшая медсестра и на четверть ставки как медсестра. На руки я получала 34 тысячи. Но здесь выполнение процентов, наверное, у вас там 94, там 92, да? 125 тысяч. 125% наше отделение вырабатывало план. Посещений 125%. Это мало. Мы не просто собрались там, да, поговорить. Вот, мы когда собирались в кабинете, вы мне рассказываете, что вот у нас здесь люди там в отпусках, пришли с отпуска, у них там не 30 дней рабочих, я не привязываюсь к цифрам, никто, да, ничего, не 30 дней, а 10 дней, поэтому такая маленькая заработная плата. Сейчас старшая медсестра, я извиняюсь, не запомнил, как зовут, сказала, что у нас, я выбрал там 120 посещений, я работал полный месяц, и у меня зарплата все равно ниже того, чего обещали. Обещали 38, дали 34. Можно я поясню? Давайте, да. Можно я поясню? Речь идет о средней заработной плате по дорожной карте для учреждений. Средняя с начислениями. Вы, наверное, озвучиваете еще чистую заработную плату, которую вы получаете на руки. Для исчисления средней заработной платы, которая мониторится на всех уровнях, исчисляется средняя заработная плата плюс налоги, которые каждый работник платит в виде 2 НДФЛ. Это входит все в среднюю заработную плату. Плюсом к этой выплате идут социальные выплаты 6,5 тысяч, они идут еще плюсом. И это у среднего медицинского персонала, и 14 тысяч это у врачей. То есть, опять же, средняя заработная плата, она разная у разных категорий работников. Она выше средней заработной платы там, где существуют особые условия работы. Это отделения рентгенологические, это отделение там БАК лаборатории, это первичное звено здравоохранения, это участковая служба. Если спросить у любого представителя участковой службы, естественно, там заработная плата будет выше. Сделать упор на точное разъяснение. Не надо уговаривать никого, не надо никого убеждать, что если человек пришел на заработную плату там 38, а он получает 20, и говорит, да нет, 38, просто вы не так считаете. Поэтому здесь нужно разобраться точно. Вот давайте мы, да, по каждому, вот я предлагаю все-таки, наверное, проработать. Давайте, вот сколько дней нам надо на проработку этого вопроса, чтобы каждому мы анализ сделали по здесь, каждому сотруднику. Здесь еще сам процесс начисления, правильно он начислен. Поэтому смотрят и профсоюзы сейчас, и будут смотреть наши. Хорошо. Это Александр Юрьевич... У нас вся документация, мы да, предоставляем. Да, как в общем все это делается. Да. А так вот точечное начисление, да, у кого есть вопросы, пожалуйста. Нет, мы просто вот, я еще раз говорю, чтобы проработать точечно с каждым сотрудником. Сколько нам нужно будет? У нас 1300 человек. Я не могу лично встретиться с 1300 человеком. Я встречаюсь всегда в этом зале. Вы не один. Раз. Вот я говорю, первое. Со старшими сестрами. Не один. У вас есть штаб, бухгалтерия там, и все остальные правильные, которые могут разъяснить. Да, конечно. Нет, наверное, не у всех вопросы. Нет, не у всех вопросы есть, да? Или все-таки конечно. У нас все 1300 человек поднимут Александровича на вилку, нет? Если бы, то есть мы не написали эту жалобу, я ее не писала, я ее только подписывала, то получается, в течение 2 месяцев... Уже с участием. Я участник, я не отказываюсь, я при всех говорю, я не боюсь. Но получается, в течение 2 месяцев нам бы зарплату в полном объеме не выплачивали бы. Понимаете? Но, к сожалению, да? Когда у нас люди думают именно так, это очень печально.
говорите о будущем периоде, который не произошел. Александр Юрьевич. Вот смотрите, мы не платим никого, мы за руку не поймали, выплатили, они все-таки не выплатили. Может быть, хорошо, что так произошло. Мы обратили внимание именно на эту ситуацию. Дальше, наверное, через неделю мы встретимся уже в другом составе. У нас как раз пройдет проверка прокуратуры, проверка Минздрава и все остальное. Правильно? Договорились?